Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я подведу итоги нашего вязального марафона, который проходил в феврале. И назывался он «Платье-реглан». Платье – это понятно, но где был реглан, было совершенно непонятно до последнего задания, до того момента, пока участницы не стали сдавать свои готовые изделия. И это была интрига, как и во всех наших марафонах, которые мы проводим каждый месяц для того, чтобы нашей вязальной мастер-группе было не так скучно обучаться. Марафоны мы называем марафон с непредсказуемым результатом или детские игры для взрослых девочек. Так вот, в результате марафона мы связали вот такое платье, в котором была резинка на талии, был реглан, но в то же время был лиф с проймой под отрезной рукав. Пряжу для марафона на этом платье мы использовали от магазина самовязов. Пряжа бриллиант нам очень понравилась, несмотря на то, что мы вязали в маленьком размере, но также мы связали еще и шапку для мальчика из этой пряжи, и изделие нам очень понравилось своей мягкостью, эластичностью, тем, что оно не мнется, тем, что оно держит форму. Поэтому пряжа на марафоне показала себя идеально. Хочу напомнить, что спонсор этого марафона, интернет-магазин самовязов, предлагает пряжу по очень низким ценам. Мы были удивлены тем, насколько эта пряжа по цене отличается от аналогичной, представленной в других магазинах. Ссылочка на этот магазин под этим видео. Но сам марафон проходил у нас в несколько этапов. Точнее, как обычно, 5 приемов. Первый день – это всегда пристрелочные, когда участницы учатся выкладывать отчеты, подписывать видео, а вот дальше второй, третий, это были фрагменты, из которых явно рождалось платье с отрезным рукавом. И лишь на 5-м отчете участницы стали присылать платья, похожие на то, что сделали мы. И заключительной работой оказалось платье-победитель от Олевишной Королевишны. Именно оно в результате голосования, двухэтапного голосования в закрытой группе среди участников марафона, оно победило. На нас оно произвело впечатление тем, что это изделие связано на машинке без применения перфокарт, без применения какой-либо электроники, все сделано вручную. Платье получилось очень, каким-то очень в русском стиле, каким-то очень народ. И, скорее всего, именно это и повлияло на то, что оно с большим отрывом победило среди остальных платьев. Поэтому мы поздравляем Олевишну Королевишну и напоминаем, что марафоны мы проводим каждый месяц. Марафоны бесплатные, вы можете присоединиться к участию, если выполняете все условия бесплатного участия. Следите за нашими видео, за нашими приглашениями, за отчетами, и вы всегда будете в курсе того, что происходит на нашем канале, в нашей группе и на нашем сайте. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.